Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ, в студии прямого эфира Еляман Раимбеков. Профессионал своего дела, ветерану труда Леониду Михно сегодня исполнилось 70 лет. Почетный гражданин Талдыкурганов внес значительный вклад в строительство автодорог Алматинской области. В 1972 году окончил Усть-Каменогорский дорожно-строительный институт. Трудовой путь в Талдыкурганской области начал в 1983 году начальником отдела автодорог. В 1996 году основал акционерное общество «Талдыкурган Жолдара». Проработал директором до 2008-го. С того времени находится на заслуженном отдыхе. Ваш профессионализм и любовь к своему делу принесли немало пользы народу, отметил Амандык Баталов, вручая поздравительный адрес. Конечно, очень доволен, что Амандык Абат про меня вспомнил, друзья, которые здесь есть. Много, как вы сказали, нас связывает. Я очень горд тем, что вот у меня есть такой друг, не побоюсь этого слова сказать, Амандык Абатович. Приоритетным направлением в профилактике коронавируса остается дезинфекция. В Алматинской области ей уделяется особое внимание. Так, санитарная обработка в Талдыкургане охвачена свыше 750 многоэтажных домов, 275 дворовых территорий, более 2200 подъездов. В дезинфекции задействовано 4 единицы техники «Пони» и порядка 160 военнослужащих десантно-штурмовой бригады Талдыкурганского гарнизона. Свыше 300 жилых строений в микрорайонах Каратал, Мушельтой, Гарышке, Ирсамал уже охвачены дезинфекцией. На очереди Булаша, Коктем, Берлек. Фасады учебных заведений и детских садов города также попадают под прицел санитарной обработки. Отметим, концентрированным раствором гипохлорита натрия обеззараживаются места скопления людей не только в многоэтажных районах областного центра, но и в частном секторе. Мы уже на сегодняшний день продезинфицировали почти половину частного сектора. В частности, проводили дезинфекцию нашего района, так называемого хутор, улицы Алдабергенова, Шахворостова и так далее. Следующие мы собираемся проводить дезинфекцию частных секторов в сторону Утиная и Еркина. На связи. В связи с введением режима ЧП большинство госучреждений и некоммерческих предприятий страны перешли на дистанционную работу. В их числе и ЦОНы. Все 24 госкорпорации и 2 автоцона региона временно закрылись. Однако получить услуги можно в электронном виде. В связи с этим большая нагрузка выпала на долю операторов колл-центра. Они ежедневно консультируют по 1000 абонентов. Через телефон заходите на Play Market либо App Store. Там закачаете приложение Telegram. 29-летняя Диляра Ахмед работает в автоцоне с 2015 года, специалистом в секторе выдачи прав. В связи с введением ЧС девушка переквалифицировалась в оператора колл-центра. Каждый день с 10 утра до 5 вечера в режиме нон-стоп она консультирует граждан. В день только ей поступает свыше 150 звонков. Признаюсь вам, работа оператора колл-центра достаточно сложная. Так как я этим никогда не занималась, в первое время было сложно. Очень много звонков. Едва положив трубку, раздается новый. В основном людей интересует тема получения пособия. Объясняю каждому абоненту, что делать и куда обращаться. Например, многие не знают, как установить Telegram, где имеются наши боты. Перерыва на обед нет. В моменты затишья быстро перекусываю. Сейчас уже потихоньку привыкаю. Отдыхаем только по воскресеньям. Работая Диляра из дома, вместе с супругом воспитывает 3 прекрасных дочек. Девочки с пониманием относятся к маминой работе и лишний раз стараются не мешать. Старшая Айша присматривает за младшими сестрами, прибирает дом, а также помогает бабушке с готовкой. Раньше мама ходила на работу, а теперь она трудится дома. Мы стараемся ей не мешать. Я говорю младшим, не поднимайтесь на 2-й этаж, мама работает. Сестренкам по 3 и 2 года, поэтому они еще не учатся, а мне 9. Каждый день я учу уроки через телеканал «Балапан». Я записываю все, что говорят учителя из телевизора. Мы решаем задачи и по WhatsApp отправляем нашим учителям. Они смотрят, правильно ли решено задание. Вечером, когда мама освобождается, мы можем с ней поговорить, поиграться. Она готовит нам еду, днем за нами присматривает бабушка.
Дополним, всего в Алматинской области в колл-центре 1414 работает 62 оператора. Ими с 26 марта по 10 апреля было проконсультировано 46 тысяч человек, 20 тысяч из них по видеозвонку. Дамир Анитов, Бекзат Кажмуханов, телеканал ЖТСУ. Не покатаешься. В период чрезвычайного положения любителям частного извоза пришлось свернуть бизнес. Однако, как выяснилось, даже прекращение движения городских маршрутов автобусов не улучшило положение и официально зарегистрированных служб такси. Как изменился график и, что немаловажно, ценовая политика таксомоторов, узнавала наша съемочная группа. Работу диспетчера спокойной не назовешь. Систематические звонки не дают и пару минут на отдых, говорят сотрудники колл-центра, одной из крупнейших городских служб такси. Однако с внедрением чрезвычайного положения количество заявок значительно снизилось. В данный период времени наша компания работает в штатном режиме. У нас не было сокращений. Всем нашим сотрудникам предоставляются маски, перчатки, а также развозка с дома до работы, с работы до дома. В обычном режиме мы закрывали более 7-8 тысяч заказов, но сейчас при карантине, во время карантина, закрываем более 3 тысяч заказов. Уменьшение заказов повлияло и на количество водителей, сотрудничающих со службой такси. На данный момент в компании насчитывается более 200 авто, хотя до введения ЧП их было в 2 раза больше. Несмотря на все сокращения, поднимать цену на частный извоз владельцы компании не намерены. Мы держим все цены на уровне, плюс ко всему мы сейчас... Так как мы являемся официальной службой такси именно в Алматинской области, мы сейчас опустили цены в регионы и в другие города на 30%, чтобы люди, которые по работе, медики, возможно, еще кто-либо другие люди, они, кто имеет право пересекать блокпосты, наоборот, могли съездить, могли туда-обратно съездить и так далее. Мы, наоборот, снизили цену. Помимо послабления клиентам, компания внесла положительные изменения в отношении водителей. Им также снизили финансовую нагрузку. При выходе на лимит, как бы они приобретали тарифы, в связи с этим, получается, цена данного тарифа была снижена на 50%. В связи с этим это идет как бы, и как бы связано с ЧП, ну и по большой просьбе наших водителей, которые работают, сотрудничают вместе с нами. По поводу рейтинговой системы тоже это все убрали. Рейтинги, они влияли на то, чтобы заказы поступали более чаще. Чем выше рейтинг, тогда заказы поступали более чаще в этом плане. Сейчас поочередно. Как бы у всех сейчас же рейтинги одинаковые. И кто приехал в этот район, кто стоит раньше, тому и заказ поступает. Однако со снижением тарифов изменилось и требование к водителям. Специальные справки для прохождения постов служба дает исключительно тем, кто систематически занимается извозом. Также ежедневно авто каждого водителя должно проходить дезинфекцию. Помимо этого, сотрудникам выдаются маски и дополнительные средства обработки. Проводится соответствующий инструктаж. В целях предосторожности и соблюдения социальной дистанции специалисты советуют садиться не на переднее сиденье, а на заднее. И желательно не за водителем, а за пассажирским креслом. Что касается оплаты, эксперты советуют производить безналичный платеж. Ануар Амангельдинов, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.